И начнем выпуск ситуации по птичьему гриппу в Казахстане. Карантин введут еще в 3 населенных пунктах Костанайской области. Одно село закрывают в Карабалыкском районе и 2 близ Аркалыка. Подробнее о сложившейся ситуации в прямом эфире готов рассказать мой коллега Артем Грапов. Он сейчас с нами на связи по телефону. Артем, приветствую. В этих селах фиксируют факты падежа? Дорогой, приветствую. Да, факты падежа домашней птицы там фиксируют. В селах Михайловка, это в Карабулыцком районе, и в селе Фурманово птичий грипп уже подтвердился. Отобранные в селе целинные материалы еще на экспертизе. Тем не менее, все 3 населенных пункта закрывают на карантин. Процедура будет стандартная. Здесь также установят блокпост и отметят буферную зону. Параллельно ветеринары проводят вакцинацию. В Аркалыцком регионе в частных подворьях числится 20 тысяч птиц. Местные чиновники говорят, что 90% особей уже провакцинированы. Теперь в Костанайской области в 6 населенных пунктах будет введен карантин. Закрыта и Аркалыцкая птицефабрика. Напомню, на предприятии вирус птичьего гриппа убил почти все поголовье курнисушек. К этому часу у меня вся информация. Батагос, вам слово. Спасибо, Артем. Держите нас в курсе.